Генеральную уборку одного из дворов Первоуральска сегодня провели теплоэнергетики. При этом уборкой бытового мусора коммунальщики не ограничатся. Что еще сделают для благоустройства территории, расскажет Екатерина Котельникова. Сухая трава, поломанные ветки, опавшие листья. Все, что накопилось за зиму, вывезут на мусорный полигон, говорят теплоэнергетики. Пока одна группа сгребает отходы и укладывает в мешки, вторая приводит в порядок детскую площадку, третья белит деревья. Местные жители, глядя на работу добровольцев, говорят, такой основательный субботник был просто необходим. Детей очень много. Очень много. Вот именно подростковые, которые начальное звено. Приятнее будет детям. Вот эти столбушечки покрасятся, вот это будет. Хоть теплосети ведь это, теплосети. Каждый год они приезжают. Каждый год. Молодцы. Сотрудники первоуральских тепловых сетей компании «Т-плюс» вышли на традиционную весеннюю уборку двора на улице Строителей. Более 20 мастеров, инженеров, рабочих и руководителей работают граблями, кисточками и лопатами. Энергетики подготовились основательно. Помимо уборочного инвентаря и красок, пригнали грузовик для вывоза мусора. Уборку именно в этом дворе проводят не случайно. Здесь у нас находится один из основных теплопунктов, 21-й, который обслуживает весь район теплом и горячей водой. Ну и тут большая прилегающая территория, много домов. Насколько я знаю, тут очень много детишек. Поэтому вот мы каждый год прибираем здесь и облагораживаем площадки. Порядок на этой территории теплоэнергетики наводят уже более 5 лет подряд. На уборку выходят как на праздник, а главное, объединенные общей целью. Навести порядок, красоту сделать. Чтоб двор был чистый, аккуратный. Субботник – это же всенародный праздник, женок. Вот мы и поэтому поддерживаем, как, чтобы было чисто, чтобы было красиво. И показать примером, что надо соблюдать чистоту вообще во всем городе. Вот. Может, нашему примеру последуют и другие. За 1,5 часа удалось собрать более 40 кубометров мусора. Месячник чистоты в Первоуральске продолжается. До 18 мая горожане могут самостоятельно провести субботник в своем дворе. Предупредив об этом управляющую компанию и экофонд, они предоставят инвентарь для уборки и вывезут собранный мусор. Екатерина Котельникова, Денис Храмцов, новости Первоуральск.